Локтевая кость, ульна, относится к скелету свободных верхних конечностей, skeleton membri superioris liberi. Это длинная трубчатая кость, имеет два эпифиза, проксимальный и дистальный, и диафиз. Имеются марго интеросиус, межкостный край, марго антериор, передний край, и марго постериор, задний край. Имеются поверхности фасциас антериор, передняя поверхность, фасциас медиалис, медиальная поверхность, и фасциас постериор, задняя поверхность. На проксимальном эпифизе находится аликранон, локтевой отросток, процессус коронаидеус, венечный отросток, инцизура трахлеарис, блоковидная вырезка, инцизура радиалис, лучевая вырезка, туберозитас ульна, бугристость локтевой кости, криста мускули супинаторис, гребень супинатора. Далее идет тело, корпус ульна. На дистальном эпифизе находится головка локтевой кости, капут ульна, на которой находится циркумференция артикулярис, суставная окружность, и процессус тилоидеус, шиловидный отросток.